Всем добро дня, сегодня мы рассмотрим одну очень интересную технику по нанесению мармарина. Это идет у нас Marmarine Maxi фирмы Faidal. Техника нанесения у нас идет грота, это идет трехцветное нанесение. Это нанесение очень хорошо подходит для стиля лофт, более такого сдержанного. Итак, первое, что нужно сделать, это загрунтовать основание. Грунтуем мы кварцевым грунтом, это идет кварцевый грунт, не какой-то другой, а именно кварцевый. Для того, чтобы материал имел очень хорошую адгезию. Итак, после того, как мы загрунтовали кварцевым грунтом, он у нас полностью посох. Сейчас приступаем к нанесению самого Marmarine Maxi. Итак, принцип нанесения заключается в следующем. Нам нужно для нанесения три цвета. То есть в данном случае здесь наносился цвет один серый, более темнее, так потом на один тон светлее, тоже серый. И последний слой будет наноситься, это идет Marmarine Maxi, он идет уже не тонирован, то есть мы будем наносить его белым. То есть в данном случае сейчас мы наносим кельма его, ну, немножко помогает брат, потому что на больших объемах нужно все-таки работать вдвоем. То есть мы сейчас наносим, потом немножко кельмочкой равняем. После того, как мы выровняли плюс-минус слой, который нам нужно будет потом прокатать валиком, мы берем структурный валик. Структурный валик идет у нас именно средний. Это идет не мелкий, не самый крупный. Все, кто меня очень внимательно слушает, я всегда говорю, что я в данном случае это структурный валик фирмы Hardy. И в данном случае это идет средний рисунок. После того, как мы взяли, прокатали структурным валиком для того, чтобы поднять шубку, мы берем обычный валик. То есть в данном случае ворс у меня здесь 16, он более такой большой. И мы берем Marmarine Maxi, который идет у нас на полтона светлее, и берем, делаем рисунок. То есть мы берем, делаем прокатку. Еще раз хочу заметить, это мы наносим второй цвет Marmarine Maxi, это идет у нас на полтона светлее, это мы наносим для того, такой слой, чтобы при нанесении третьего слоя набивкой, у нас было очень много материала, чтобы мы его смешали потом на объеме. После того, как мы сделали прокатку, это разумеется по всей стене, то есть мы прошли всю стену, прокатали валиком, потом мы берем Marmarine Maxi, только уже белый, он у нас не тонированный, и сверху делаем набивку, эта набивка идет у нас грота, то есть я беру немножко материала на крышку от ведра, беру, отбиваю материал, сразу же беру и делаю немножко такую легкую набивку. Хочу сразу заметить, что эта набивочка делается по всей стене. Это не идет какой-то участок, это делается вся стена, от и до. На больших объемах у меня самая большая стена была в ширину 4 метра, высота 2,50. Это вполне реально, это все успевается. После того, как мы сделали набивку по всей стене, мы еще раз берем структурный валик. Это идет тот же валик, что мы катали основание. И берем верха, прокатываем. Это делается прокатка для того, чтобы максимально выровнять равномерность самого рисунка, то есть белые пятна, чтобы потом не были. И после того, как у нас материал где-то минуток 10 подсыхает, мы берем и в разные стороны его растягиваем и уплотняем. Также рисунок и цвет очень зависит от заказчика. В данном случае мы согласовали с заказчиком именно эту технику нанесения, именно эту цветовую гамму. То есть в данном случае мы берем ее материал и растягиваем в разные стороны. Сама техника нанесения в данном случае не идет очень сложной, она идет очень легкая, но в данном случае нужно всегда придерживаться одной и той же техники при нанесении, также делать одинаковую набивку, чтобы не делать где-то больше, где-то меньше. И также очень важный момент, в данном случае этого материала можно пригладить по-разному, и можно цвет вымешать тоже по-разному. То есть если вы хотите там более большие пятна, вы просто при приглаживании очень сильно прижимаете кельму, и тогда будет этих кратеров по минимуму, то есть у вас будет полностью гладкая поверхность. Но также, как я уже говорю, это все зависит от заказчика, как он захочет. После того, как мы это все сделали, пригладили, размешали все материалы на площади, мы приступаем к нанесению защитного слоя и воска. То есть мы берем воск, разбавляем где-то на процентов 10 и закатываем валиком. В данном случае это идет на сдвиг
декор будет на кухне и также на коридоре. То есть в данном случае нам нужно по максимуму пропитать основание, чтобы материал имел очень хорошую гидрофобность и очень был стойкий к мытью и также к влаге. Мы просто берем и закатываем все основание. Итак, чтобы сказать в заключение, принцип нанесения. Сначала идет на скварцевый грунт, который мы наносили щеткой. Потом мы наносим мармарин Макси. Это идет у нас в цвете. То есть я говорю, у нас был мармарин трехцветный. Сначала мы нанесли кельмы, затем прокатали структурным валиком. Затем нанесли валиком с 16-м ворсом немножко материала на площади, мы его раскатали. После чего мы взяли, сделали набивка с мармарина Макси, только уже в базовом цвете, в белом. И только после того, как мы это все сделали, мы еще раз прокатали структурным валиком для того, чтобы сделать равномерность поверхни. И после этого всего мы взяли материал, все и пригладили. После того, как материал полностью у нас подсох, мы вскрыли защитным слоем воска. Также разбавленный где-то на процентов 10. Всем большое спасибо за просмотр. Если будут у кого-то какие-то вопросы, все мои контакты есть в описании. Также, если будут вопросы по рекламе, если кто-то хочет обговорить эти вопросы, все внизу есть все мои контакты. Если что, обращайтесь. Всем хорошего дня, до свидания. Также не забываем ставить лайки и подписки на мой канал.